Привет, друзья! Молоко – полезный и вкусный продукт, но как оно выглядит под микроскопом? Мелочиться не будем и сразу посмотрим на него с увеличением в 1500 крат. Да, эта картина, напоминающая новогодние снегопады, есть свежее жирное молоко. Вот эти шарики – это крошечные кусочки сливочного масла. Но если посмотреть при том же увеличении на молоко из пакета с длительным сроком хранения, то увидим уже совсем другую картину. Структура отличается очень сильно. Если дать молоку прокиснуть, то в нем уже можно будет видеть колонии бактерий и даже подвижные микроорганизмы. Видимо, поэтому прокисшее молоко вызывает страшную бурю в наших животах. Конкурс ассоциаций продолжается. Хотите 300 рублей на телефон, читайте подробности в описании. А вот и победители с прошлой серии. Мои поздравления. Расширяйте кругозор. Удачи, друзья!